Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня обнова на Тайване. Сейчас посмотрим. Я вот только добежал, доехал до компа. Сейчас я полностью подрублю, пока обновит, и посмотрим, что же нас ждет. Ну, в принципе, интересного очень много. Новый герой бездонатный. Это реально плюс, то, что он без доната. Такс. Поехали, начнем. Начнем обзор этой имба-обновы. Так, вот такая вот у нас заставочка новая. Новый герой, как вы видите, новый питомец. Все дела обновились, отлично. Ну, поехали по основным пунктам. Герой, новый вид. Давайте начнем так. Так, тут у нас... Ничего не поменяли. Вот так вот можно теперь будет смотреть атрибуты героев. То есть можно посмотреть, где какой герой. Где-то что-то улучшить, посмотреть созвездие. В общем, они закрытые, они вот так вот оно теперь выглядит. В принципе, очень даже прикольно. Отлично. Поехали дальше. Хочу посмотреть на эту новую имбушку. Ну и, конечно же, мы будем выбивать его. Такс. Вот он. Вот так вот выглядит белка. Жесткая белка. Давайте пройдемся по скиллу. Так, давайте десяточку. Случайным образом рассеять состояние усиления 4 вражеских героев на открытом поле, нанося 950%. Это дофига. Также стреляя, кидает молчанку, уменьшает исцеление на 90%. Эффект длится 3 секунды. Увеличивает уклонение на 35%. В общем, блин, офигенный ПВПшный реально герой. Имеет иммунитет к ослеплению. Неплохо. Быстрая скорость восстановления энергии. Вот так вот. Ну, герой, судя по всему, будет неплохой танк. То есть, реально, это будет у нас танк. Поехали дальше. Следующий пунктик. Так. Воскрешение. Функция воскрешения героя в один клик. Так, тут у нас ничего не поменяли. А вот воскрешение героя в один клик. Сейчас мы это проверим. Тоже, в принципе, очень полезная тема. Сразу просрал все самоцветы и все. Не понял, где это будет оно реализовано, но посмотрим дальше. Возможно, где-то функция есть, но пока не вижу, не знаю, ребят. Новые скины тоже немало важное. Сейчас я новый талант посмотрим. Так, новые скины на героев. Скин на нового героя, вот так вот он выглядит. Дальше, что у нас там еще? Асурик. О, вот видите, Асурик такой. И вот третий. И он дает, ребята, он будет давать, офигеть. Дополнительные статы еще. Это реально жесть. Как по мне, это реально жгониво. Я не знаю, посмотрите, можно... Не всем, правда, добавили. Вот Фрейя есть. Это реально вон, ребят. Посмотрите, что будет делаться. Или они будут как-то, ну, вряд ли они будут замещать. Скорее всего, будет добавлено и для Анубиса. Обалдеть. Просто жесть, ребят. Ну, окей, с этим. Пишите в комментах, что вы по этому поводу думаете. Добавлена возможность создавать три команды. Только не здесь, а на этом, на первой вкладочке. Вот раз, два, три. Три команды. Ну, в принципе, полезно. Пусть будет. Окей, согласен. Но можно было уже и туда добавлять. Так. Теперь посмотрим на волнах тоже. Не знаю, каким образом.
Непонятно, в общем. Ладно, это упустим. В общем, качаем дальше скины, понятно все. А, ну, интересно, что-то новое добавили. Не, ничего не добавили нового. Мы в плане донатных добавили только рунки. Новые будут. Эмблемки новые будут у нас. Хорошо. Ну, я вам показал заставочку. Поехали посмотрим на нового питомца. Где ты? Вот такой вот питомец новый. Сейчас почитаем его умение. Что оно будет давать у нас? Так. Когда герой атакует, то есть атакующего плана питомец, бросает яйцо в случайную единицу по всему полю, наделяя урон цели окружающим единицам в окружении. В общем, станущий, судя по всему. Это интересно, интересно. Так, хорошо. Новый талант. Новый имба-талант, ребят. Очень обалденный, по сути, будет талант на PvP-локации. Просто жесть. 30%, когда 30% здоровья остается, увеличивает атаку на 200 и на 90% скорость атаки. Длится 4,5 секунды, судя по всему, или кулдаун, или 4,5 секунды длится, сейчас я вам точно вам скажу. Но это реально имбовый талант, и герой уходит в инвиз. На восьмерке, когда объем крови составляет, то есть жизнь меньше 30%, он входит в скрытое состояние, как Ронин, увеличивает свою силу атаки на 155, скорость на 90, в течение 4,5. А, кулдаун 9, вот так вот. Это у нас максимальный, а вот это вот восьмерка. В общем, жестко будет. На битве гильдии реально жестко, и рунами если достать, то это будет реально очень круто. Так, хорошо. Что у нас еще интересного такого, что я вам рассказывал? Гильдия. Об гильдии. Не вижу пока ничего, не вижу построек, но у меня здесь, возможно, их надо построить, мы еще не построили, но к этому доберемся. Пока ничего такого нет, возможно, и левел надо качать будет. Но должны быть постройки, реализирован новый магазин, но, к сожалению, пока я не вижу его. Давайте сейчас посмотрим еще. Обещали, но нас наебали. Обещали, что уменьшится цена камней. Где она уменьшилась? 400, как и было. Разводил я, короче, ребят. Пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Но они обещали, что они будут дешевле. Сейчас давайте через гильдию еще посмотрю. Может, по вкладках где-то что-то будет. Но пока ничего нету. Босс. Битва, атака. Покила. Ничего такого нету. Вот так вот. А вот такие вот, ребятушки, дела. Не знаю. Герой бесплатный. Можно получить путем роллинга. То есть за самоцветы. Это плюс. Но. Но реально это печаль. То, что. Не добавили, обещали сделать, удешевить нам, не удешевили. А ну-ка еще сейчас посмотрим. Вряд ли тут реализация будет. Да, тут ничего не поменялось, к сожалению. В общем, вот так вот, такая вот обнова. Чтобы так мега имбовое что-то было, я бы не сказал. Возможно, еще что-то где-то увидим. Но, как видите, реально... Магазина я пока не вижу. Не знаю, может, где-то он спрятан. Сейчас посмотрим еще просто по функциям. Но пока в хабе гильдии. Возможно, его построить надо. Пока ничего не видно. Здесь ничего, здесь тоже ничего. Вот такие вот, ребятушки, пироги. Ну, новые, конечно,
Реально очень прикольный герой, думаю, будет. Ну и талант реально мега имбовый. Будем его убивать, пробовать и тестировать. Все, всем удачи, пишите комменты, ждите видосика с героем. Всем пока.